Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей Барчук, говорит Саргон. В прошлый раз я обещал сказать, какие люди среди нас, между нами, у нас, в нашем окружении, могут представлять для нас опасность. Несмотря на то, что эти люди наши близкие, там, родные, хорошие знакомые, приятели, в разных отношениях мы можем с ними состоять, но они могут представлять для нас непосредственную опасность. Для нас, для наших родных, для наших близких. Это, знаете, какие люди? Это мое личное мнение, имхо, мое личное, личное мое. Люди, которые говорят, утверждают, ой-ой-ой, нет, стрелять, ой, нет-нет-нет, да это не мое, да я не хочу, да ну что вы, не-не-не-не-не-не, только не это, не-не-не-не-не, только не это. Запомните, эти люди в случае каких-то осложнений и в случае каких-то угроз внешнего мира, они будут представлять опасность, потому что вам нужно будет не только брать ответственность на себя, за себя, за свою жизнь, своих детей, а еще и за этих. Более того, не просто за этих, да, они будут тормозить вас назад еще, понимаете? То есть они будут наоборот, они будут мешать, они будут помехой. Ну, вот так вот в двух словах. Эти люди именно опасны, которые не надо, чтобы они ходили там, тренировались регулярно, там устраивали эту пострелушки, там пальбу, да. Нет, каждый человек обязан попробовать выстрелить. Как минимум, для попадания в мишень, в цель, это как минимум обычная пневматика. Благо, что, во-первых, выстрел дешев, а во-вторых, что пневматика на сегодня существует такая, что и огнестрел уж 100 очков вперед даст. Это во-первых. А во-вторых, огнестрел хотя бы холостой нужно попробовать для того, чтобы ощутить сам процесс выстрела, отдача, звук выстрела. Вот такого плана именно телом ощутить, что это такое на самом деле, чтобы не было непредвиденным, в случае, когда это может пригодиться. Дай бог, чтобы это никогда никому не пригодилось, но попробовать стоит. Пробовать стоит. Поэтому не подвергайте опасности ни себя, ни родных, ни близких. Учитесь стрелять. Просто попробуйте. Приезжайте в Саргон и попробуйте. Всем привет. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам эта информация была полезна. До свидания.